Всем привет! Сегодня я вам покажу вот такой интересный китайский волчок, похожий на грибок. Китайский волчок представляет из себя неваляшку, центр масс которого смещен к основанию. Если попытаться поставить его на ножку, стоять он, конечно, не будет. Но интересно то, что если завращать волчок достаточно сильно, то момент силы трения поставит этот волчок на ножку. В таком положении волчок может вращаться довольно долго. Но интереснее всего, конечно, наблюдать за переходом волчка из одного положения в другое.